Шарлотка, как правило, это яблоки. Но сегодня я возьму груши. С ними пирог тоже получается очень вкусным, но обязательное условие – груши должны быть твердыми. Рецепт, который вы сегодня увидите, ужасно простой, очень быстрый. Тесто замешивается в считанные минуты, а шарлотка получается воздушной, пышной, мягкой, вкусной. Смотрите сами, что нам потребуется. Груши, яйца, сахар, мука и щепотка соли. У груш вырезаем только сердцевинку с семенами, кожицу оставляем. Нарезаем средними кусочками. Форму для шарлотки смазываем сливочным маслом. В миску насыпаем сахар, разбиваем яйца, взбиваем миксером до побеления и пышности. Муку смешиваем с солью, насыпаем в миску. Снова работаем миксером, просто чтобы смешать тесто. Кладем в тесто кусочки груш. Перемешиваем лопаткой. Выливаем тесто с грушами в форму. Ставим выпекаться в предварительно нагретую до 200 градусов духовку на 35-40 минут. Остужаем сначала в форме, затем проводим ножом между пирогом и бортами. Вынимаем на блюдо, остужаем уже полностью и посыпаем сахарной пудрой. Наша нежнейшая, вкуснейшая шарлотка с грушами готова. У нее мягкий, воздушный, немного влажный мякиш, а на поверхности образуется тоненькая, хрустящая и ломкая корочка. Это так вкусно! Теперь вы знаете, что приготовить сегодня к чаю. Приятного вам аппетита!